привет. Ты в курсе, что ты мой дублер? А, да. Привет. Ёшки-матрёшки, как я такого? Я старался не попасть в лайк. Жи, костюм, теперь ты потей. Все, забираю. Опа, вам видно. Почему? Ну, вы не похожи. На грим? Да, прям актер. Спасибо, мне приятно. Да, не за что. Что делать? Вообще можно снять шлем? Как приходит вот у нас медвежонок на покушать? Конечно. Мы сейчас посмотрим, что делают товарищи гримеры. Можем. Камера полетела. И начали. Я понял такую вещь, что когда наедаешься, очень хочется спать потом. Друзья, вот они, истинные герои. Понты. Друзья, всем привет. Я нахожусь в бывшем кинотеатре «Ханой». Сегодня у нас здесь съемка, рекламная съемка в большом актовом зале. У меня с этим местом очень приятные теплые воспоминания. Здесь проходили всевозможные косплеерские фестивали, на которых я с удовольствием присутствовал в образе Росомахи. Ребят, по камере, пожалуйста, режиссер просит убрать фильтр с этими конфетти. Не нравится. Открыли. Все, тогда она полностью в вашем распоряжении. Спасибо. Я сейчас приглашу лично. Спасибо. Вот такая у нас тут кухня полевая. Сейчас будем пить, как обычно, кофе. Ребят, сейчас нахожусь у себя в гримерке. Я вот здесь один. Это, кстати, достаточно редко происходит, когда актер может находиться один. Гримерки, кстати, отремонтировали. Когда я здесь выступал на фестивалях, вроде бы они были немного другие. Может быть, просто покрасили. Сейчас пойдем, я покажу, что происходит на съемочной площадке. Сегодня очень интересная съемка. Я играю актерскую роль, разумеется. Как бы мой фейс нужен, фигура нужна, действие. А танцевать в костюме медведя, кстати, будет мой дублер. Вернее, он уже там танцует. Сейчас сходим со мной, посмотрим. Это очень интересно. Увидите процесс. Девочки-балерины здесь? Да. Вот такая вот у них комната. А вы, наверное, костюм? Нет, ассистент продюсера. Что-что? Ассистент продюсера. Серьезно? Да. Вот представляете, как я опозорился, ребят. Я надеюсь, что вы на меня не обиделись. Тут много всех, так что легко запутаться. Вы просто очень молодо выглядите для такой должности, да. Это на самом деле здорово. Спасибо большое, спасибо. Ну, просто возможности есть, как-то познакомились и вот начала работать. Нравится работа? Ну, это самое главное. Ну, конечно, продюсером быть лучше, но если продюсером... Это все впереди еще. Опыт. Ладно. А вы... Я актер. Я сегодня снимаюсь. Я ни костюм и ни грим. Ну, по вам видно. Почему? Ну, вы не похожи. На грим? Да, прям актер. Спасибо, мне приятно. Да, не за что. Вы когда уходите? Но мне сказали, пока еще пауза, ждем, видимо, там еще движение снимают. У вас грим еще будет, да? Будет грим, меня подкрашивать будут, волосы вот здесь вот подтемнить. Ну, такой процесс, я думаю, час займет приблизительно. В лучшем случае. В лучшем случае. Такая красота. Сидит мой дублер. Костюм медведя, профессиональный артист балета. Режиссеры сидят
Привет, ты в курсе, что ты мой дублер? А, да. Привет. Ты белый. Спасибо. Я, кстати, тоже танцор, только я современный танцор. А, я тоже современный. Серьезно? Какие? Да. Хоп, хаус? Нет, современный, то есть неоклассика, что-то вот такое, контемпори. Это он все сделал. Если что, вот так вот Голливуд снимает. Каскадеры, дублеры делают, а потом лицо. Ренат? Господи, да, Ренат. Все, я хорошо, потому что вчера кто-то имя назвал, сейчас скажу, не Ренат, а Расул или... И Руслан Рафик. Был, и Рауль был, и Рафаэль Ой, был, и очень много кто был. В общем, на R все имена. Да, да, на все. А ты в театре или я в большом? Танцевал в театре, да, ушел. Сейчас в свободном плавании. В свободном плавании. Ну, все равно здесь тоже применить можно свои. Да, навыки. Но везде, где можно, все спектакли скоро будет. А девчонки знакомые? Девчонки, конечно, знакомые. Друзья, вот они, истинные герои. Понты. Так что вот, понимаете, кто прыгал, реально потел. Но если что, я всем буду говорить, что прыгал я, и шпагат такой у меня. Он. Я все видел. Так что зовите на главной роли, могу еще прыгануть. Мы сейчас посмотрим, что делают товарищи-гримеры. Можем по крану чуть-чуть левее залететь, чтобы... Эй. Вот наши, видите, девчонки. Отдыхающие гримеры. Да. На обед. Я так понимаю, что покушали, теперь можно и... Можно и сделать вас седыми. А не рано ли? Пока нет. Есть два варианта сделать меня седым. Первое – накрасить, а второе – стрессануть. Вот. Я серьезно. Потрепать нервишки. Или немного подождать. Как приходит вот у нас медвежонок на покушать? Конечно. Говори тогда уж, где мой мед? У меня тут все сладкое есть. Я вот тоже, наверное, возьму. Такой вот морс один. Видите, как замучили парня совсем. Всю воду пополняю обратно. Да. Держись. В принципе. Да, я понял. Ну, как бы. Поэтому можете одеть и майку, и футбол. Хорошо. Леггинсы мне свои? Леггинсы. Можете свои. Дать. Можете свои. А какие у вас? Покажите. Я думаю, что ваши леггинсы будут лучше, потому что у нас самые обычные. У вас какие-то мужские, вы говорили. Давайте ваши оденем, чтобы вам было комфортно. Та-та-та-та. Сейчас будем гримироваться. Вот здесь. Станем главными героями бэткомедии. Да? Ренат, ходи вот туда прямо, где заново открывается, и мы сразу идем на земле. И тогда чуть поближе к нему давайте подъедем. Готов? Что готов? К труду и обороне. К труду и обороне. Честно? Что, нет? Сейчас нет. Не стал? Еда только зашла. Я тебя понял. Спать теперь хочется. Она еще не поговорила со мной, не настроила. Кто? Еда. А-а-а. Мы с ней еще не договорились. Голову. Дим, ты все равно в кадр попал. Ёшки-матрёшки. Все, опали. Ёшки-матрёшки, как я такое? Я старался не попаду. Это все, что осталось. Все, что осталось, угу. Остальное все съели. Пожрали, вернее. Да. Потому что даже как саранча напали на еду. И сидим мы голодные, да? Кушать хотим. Угу. Холод, голод на Литовской. Все вместе. Все вместе на Литовском бульваре. Будем есть хлеб с молоком.
Я решил не уедаться, сходил, взял еду. Сейчас, в принципе, время обеда. Ну вот салатик и чай каркаде я взял. Все. Живот, уже знаете, в моем возрасте начинает активно расти, поэтому приходится сдерживаться. Да и на самом деле я понял такую вещь, что когда наедаешься, очень хочется спать потом. Я еще пока даже не переодет. Ждем. Делаю. Смотри, лагай. Где момент, ребятки? Ну, давай, и камера полетела. И начали. Снято. Все, друзья, идем переодеваться. Обувь у нас вот. Давайте жарко уже в сапогах ходить. Ну, вам придется, скорее всего, за площадки в них идти, потому что... В своих? Да. Ну, ничего страшного. Еще носки такие теплые. Вам говорили, что вы на Катю Лель похожи? Да. Замучили, да? Когда я худею, я похожа на Земфиру. Когда я поправляюсь, я похожа на Катю Лей. Угу. Есть такое. Ну ладно. Ну не обидно? Да я как-то ровно к этому отношусь. Прям без кастинга ты прошел, молодец. У меня такое тоже бывает. Да, на самом деле, кажется, на эту роль должен был быть другой чувак, мой знакомый. Вот. А у него театр прям в этот момент. У меня тоже какой-то спектакль был. Одеваемся и идем на площадку. Окей. Я живу, но я как бы фрилансер, как бы. Но у меня, я могу не задвинуть спокойно и все. У него бы театр. Где я как бы основная работа, пропустишь. Ну, понятно. Прорези для рук. Или нет? Уже убрали прорези для рук. И начали. Улыбаемся. На крем. Стоп. Фокус на креме, ребят. На продукте, пожалуйста. Все время держим на продукте. Да. Повыше сразу поднимайте его. Да, вот так вот. Вот так вот. Отлично. Хорошо. Супер. Прекрасно. Чуть-чуть. Чуть-чуть повыше крем. Чуть-чуть. Много. Ниже. Вот так. Ага. Приготовились. Фокус на креме. Внимание. Ребята, уходим из кадра. Спасибо. И... Чуть-чуть прибор в кадр. Камера. Чуть-чуть это... Все. Начали. А можно вот заявить просто, давай, ребят? Камеру для начала. Можно посмотреть? Чуть-чуть по этому, по лучу повыше, чтобы лампы где-то на заднем плане были. Покажи, красивая или нет. Было непросто, но я все сделал супер. Иду отдавать костюм Ренату, сейчас Ренат переоденется. А потом я опять в кадр. Жи, костюм, теперь ты потей. Все, забираю. Так, все, ты отснялся? Да.
Окей, хорошо, все. Ну что, готов? Все, к отдыху. Все, это ты готов одеваться. Жарковато было, да, и в шлеме вообще тяжело дышать. Я иду к тебе. Да, да. Я понимаю тебя хорошо. Я вчера, когда примерялся, тоже было непросто. Друзья, все, закончилась съемка. Я быстро отснял 2 дубля. Там 2 или 3 дубля. Их заснять не смог. Не было возможности, батарейка садится. Но, в принципе, вы видели всю атмосферу, как это все делается. Мне засидели вот так вот волосы. Сколько смог, столько снял. Кому интересно, смотрите выпуск полностью до конца. Так, Мас, эти умения тебя вот с этой стороны тогда оттянуть. А, нет. А вот.